У вас в дискотеку, да? Или вы к завтрашнему совету готовитесь? Как-то с медными трубами вам удалось справиться после того, как нахлынула вот эта всепоглощающая узнаваемость, популярность? Ну, было тяжеловато, потому что я человек все равно достаточно такой. Я одиночек, я не люблю публичную славу такую уж прям совсем чрезмерную. Я так от этого прям вот чураюсь. Это честно, я сейчас не преувеличиваю и не пытаюсь кокетничать. Очень тяжело. Я люблю гулять очень там в парках и прочее. И когда вот он только прошел, это было невозможно сделать. Действительно было очень сложно пройти по улицам, потому что все на тебя начинали как-то оборачиваться, там шушукаться. И ты уже забывал, зачем ты сюда шел, что-то хотел. Ну, лишь бы куда-то спрятаться, сбежать, чтобы не подходили лишний раз и не брали автограф. Но это такой бремя. То есть, ну, многие люди, актеры любят это, и, безусловно, эта профессия без этого, ну, не может существовать. Мы ради этого, собственно, работаем, чтобы нас знали, чтобы нас любили, и мы нуждаемся в этой любви. Но бывают моменты чрезмерности, бывают. И это правильно. Здесь у вас должно быть одно желание – работать. Иначе вы здесь работать не будете.